Добрый день. В данном видео мы будем рассматривать возможность подключения контроллера TC3 по Bluetooth к приемнику Trimble R8S. Для этого мы заходим в настройки, связь, Bluetooth. Здесь заходим в настройки, добавляем новое устройство. Включился режим поиска. Он нашел вот 2140. Выбираем его. Нажимаем Next. Нажимаем галочку. Save. Окей. Затем здесь со списка сразу выйдет именно тот R8S, который мы нажимаем принять, соответственно, он к нему подключился. Если мы хотим его сделать базой, то здесь мы сделаем нет, а здесь выберем его и нажимаем принять. Затем заходим в съемку. Если вы все-таки решили, что он будет работать ровером, то соответственно здесь нет, здесь ровером A1.2, если нажмете, здесь если галочка стоит автоматическое включение Bluetooth, то, соответственно, он при включении съемка, он автоматически его будет определять. Вот он автоматическое соединение с приемниками именно по Bluetooth. Все, спасибо за большое за внимание.